И продолжаем. Готовность гарнизонов Центрального военного округа к зиме обсудили на встрече губернатор Самарской области Николай Меркушкин и командующий ЦВО Владимир Зарудницкий. Генерал-полковник рассказал, что уже побывал в Чапаевске. Там сейчас формируется новый полк, и в Самаре. Он сообщил, к сезону холодов все гарнизоны в регионе готовы и по инфраструктуре, и по материально-техническому обеспечению. Отопление уже включили. Также командующий ЦВО отметил, что продолжается подготовка к празднованию 70-летия Победы. Наработки уже находятся на согласовании в федеральном центре. Торжественные мероприятия намерены провести на самом высоком уровне и придать им новое содержание. Отдельное внимание здесь патриотическому воспитанию молодежи. Продолжаем работать по набору по контракту военнослужащих. Вот спасибо вам за личную работу. В этом мы провели несколько таких мероприятий, как Дни контрактника. Неплохо идет. Неплохо идет. Поэтому есть еще вот у нас некая такая дельта. И все желающие, которые желают, мы готовы принимать.